Следующему пункту D, and it is D, the last part, and we will go to exercises. D. I always have breakfast before going to work. Wait. I always have breakfast before going to work. You. I always have breakfast before going to work. Nice. Before going to work. Repeat. Before going to work. Nice. We are not in a hurry. Иногда люди, которые хотят показать свое знание языка, они стараются быстро говорить. Но это, мне кажется, не совсем разумный вариант своего показа. Ну, каждый нас на это смотрит по-своему. Просто я вот быстро говорю, поэтому я как native speaker говорю. Нет. Мне кажется, не надо никуда спешить, говори с хорошим произношением, как ты говоришь. И please repeat, don't hurry, please. Before going to work, five times, please repeat this phrase. Don't be hurry before going to work. Okay, don't be hurry, это ты не спеши. Это когда ты говоришь что-то по-английски, я тебе говорю не спеши, а ты мне просто говори. Before going to work, five times. Before going to work. One. Before going to work. Two. Before going to work. Nice. Three. Before going to work. Four. Before going to work. Nice. Five. Before going to work. Okay. Не надо никуда спешить. Я don't hurry. Ну, просто человек, я знаю, люди, которые хотят показать беглость свою в английском, они начинают быстро говорить, не надо. Okay. After doing the shopping, they went home. You? After doing the shopping, they went home. Before eating the apple, I washed it carefully. Before eating the apple, I washed it carefully. Translate. Прежде чем съесть яблоко, я помыла его тщательно. No, wonderful translation. Before eating, gerund, repeat, gerund. Gerund. Герундий. Мы будем о нем говорить, мы так слегка его затрагивали. Gerund – это часть речи, в которой сошлись функции глагола, ну и функции других частей речи. Такая часть отсутствует в русском языке, мы не знаем gerund в русском языке. Repeat, gerund. Gerund. Герундий. Translate, repeat. Герундий. Герундий. Да, у нас нет такой части речи. Part of speech. Какие у нас с тобой в русском? Основные. Ну, настоящие. Нет. Части речи. Части речи. Части речи. Да, сущие. Существительное, глагол, прилагательное. Наречие. Числительное. Местоимение. О, местоимение. Nice. Может быть, мы какие-то забыли. Забыли. Притяжательное? Нет. Прич-ч-ч-ч. Причастие. Причастие. Мы такого не проходили просто. Причастие, дея, причастие вы не проходили. Части речи русского языка. Ну, ты мне очень хорошо назвала основные, приосновные. Еще, поехали. Я тут пальцы загибал. 7 или 8. Давай, снова поехали. Что у нас в русском языке существует? Существительное, глагол, местоимение, наречие, прилагательное, причастие, деепричастие, числительное. Числительное. Ну, может быть, что-то и забыли. Но явно мы не говорили с тобой слово «герундий», правильно? Да. Да. Ну вот, что-то есть в русском, что отсутствует в английском. В английском причастие participle, repeat participle. Participle.
participle. Имеется, но деепричастие отсутствует. Так что мы один-один сравнялись. Может быть, есть какие-то другие вещи. Просто сейчас не помню. Ну, и мы с тобой идем дальше. I started work after reading the newspaper. You? I started work after reading the newspaper. Translate. Я начал работать после чтения газеты. Окей, ты перевела. Я начала работать. Работать – это какая часть речи? Глагол. Глагол. Ну, ты перевела работать after reading. А в английском reading – это не глагол. Это какая часть речи? Герундий. Thank you. На всякий случай. Gerund loves prepositions. Repeat. Gerund loves prepositions. Prepositions. Герундий любит предлоги. Где здесь предлоги в двух последних предложениях? Before. Good. And after. And after. Thank you so much.